говорите о преступлениях его против человечности? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, прежде всего, его попытку предотвратить национальные движения, спровоцировав этнические скандалы, спровоцировав прямые погромы. Карабах? Ну, Карабах, но самое как бы документированное – это Тбилиси, 89-й год. Саперные лопатки. Саперные лопатки. Потом Баку, 90-й год. Резня Армян. Да. Потом Вильнюс, уже Телевышка. 91-й, Телевышка. В совокупности… То есть вы считаете, что он за этим стоял? Это просто точно. Он отдавал приказы? Конечно. Резать армян в Баку? Да. Резать армян в Баку? Ну, он не так говорил. Они же там у них язык свой. Но он хвастался после Тбилиси, это у меня есть протокол в документе, кому-то, по-моему, немцу какому-то, может, Бранку. Он говорит, что пришлось нам реакцию административные меры принять. Вот. Мы не можем допустить этого разброда.